В Алексеевке ведется строительство очередного многоквартирного дома в переулке Родниковом. Строители уже начали заливать фундамент. Часть строительной площадки не ограждена забором, что дает свободный доступ к котловану с лесом из торчащих арматур. Дорогу строители отсыпали, однако колеса спецтехники все равно выносят грязь. Отсутствует забор и при строительстве частного дома по улице Крутьков, станица Анапская. Несмотря на то, что дом находится внутри участка, это не освобождает собственника от установки двухметрового ограждения. На территории лежит гора песка, строительные материалы и доски с гвоздями. По фактам выявленных нарушений специалисты муниципального контроля составляют протоколы, которые будут рассмотрены на ближайшей административной комиссии.